пожалуйста, ваша оценка двум периодам игры команды. Нормально. В связи с чем огромное количество удалений, вполне возможно, даже очень грубая игра получается. Нормальная игра. Больше как-то развернуть не будет никаких комментариев. Хорошо, как ваша команда будет играть? В третьем периоде все-таки проигрываете 1-0. Как играть? Голы забивать надо. Спасибо. Ну вот такой вот немногословный Леонид Комаров. Ждем третьего периода.